главное предложение сегодняшнего дня – это бестселлер, любимый продукт наших телезрителей. Это комплексное оздоровление, очищение нашего организма. Каждый второй зритель телеканала «Shop & Show» заказывал и попробовал концентрат корня лопуха. У нас в основном делают часто повторные покупки, и мы получаем от вас массу отзывов. Сегодня действует скидка 46% на комплекс, который рассчитан на 4 месяца приема. Расскажет и представит его врач-хирург, кандидат медицинских наук, член-корреспондент РАЕН, почетный член Ганноверской академии натуротерапии, основатель и директор института натуротерапии, автор ведущей программы на Первом канале «Советы доктора Арсенина», эксперт телеканалов «Домашний», ТВЦ, РЕН-ТВ, лауреат медицинских премий «Профессия жизнь», награжден общественными наградами, в том числе орденом Пирогова, орденом Татищева, Сергей Владимирович Арсенин. И это все я. Друзья мои, вот корень лопуха, вы знаете, это номер один из всех этих экстрактов. То, что корень лопуха, недаром китайцы называют русским женьшенем. Он содержит огромное количество полезных активных компонентов, которые в первую очередь очищают наш организм. На самом деле мы никогда не занимаемся нашим очищением организма. Ну, максимум, что кишечник почистим, но нам нужен еще нужен лимфодренаж. И лимфатическая система выступает как канализация, которую надо очистить, и тогда все шлаки, микробы, вирусы будут уводиться. Это корень лопуха – великолепные противовоспалительные средства. То есть, какое бы у вас воспаление не было в почках, в поджелудочной железе, воспаление в легких, бронхах, суставах, везде, у вас корень лопуха, это прям номер один, это чемпион мира по противовоспалительному действию. Это борьба с вирусами, с микробами, с грибками. Если вы очень часто болеете, если постоянно какие-то вирусные или микробные у вас заболевания, берите корень лопуха, он тоже будет помогать. Восстановление обмена веществ, выведение шлаков и токсинов при повышении в повышенном сахаре выводит лишний сахар, при повышенном холестерине лишний холестерин, при повышенном солях мочевой кислоты, подагра, выводит ваш вот это самое соль мочевой кислоты. То есть, если у вас есть какая-то онкопротекторная настороженность, абсолютно всем пациентам, которые приходят ко мне, ну, какие-то были онкологические заболевания, либо сейчас онкология, либо для профилактики онкологии, я назначаю корень лопуха, потому что это номер один. И посмотрите, там не только лопуха, корень лопуха. Женьшень, корень жизни, черная бузина, противовоспалительное действие, шиповник, кладезь витамин С, подорожник, заживляющее действие, солодка, противоотечное действие, красная рябина, биофлавоноиды, которые способствуют усилению нашего организма, эхинацея, опять же онкопротекторное действие, и клюква, настоящие натуральные источники витамина С и биофлавоноидов, которые поддерживают наш организм. Применяете по 1/3 чайной ложки именно под язык. Взяли под языком и рассасывайте, не проглатывайте, рассасывайте. Потому что подъязычная артерия, почему там нитроглицерин, все таблетки, капотен для быстрого действия берутся под язык. Под языком находится подъязычная артерия, которая моментально впитывает все и дальше идет внутрь ваш именно кровоток. И оказывает очень мощное действие. Это невероятно вкусный, приятный, натуральный продукт. У моей подруги сейчас, казалось бы, уже дело к весне, да, уже мы прошли этот тяжелый зимний период. Уже все в ожидании лета, воодушевление. Она говорит, слушай, я попала в больницу, у меня обострение с почками, у меня воспаление. Меня обнаружили песок, мне стали делать обследование и сказали, у вас есть воспалительные процессы в органах малого таза, и у вас плохая кровь. Она говорит, я в шоке, я удивляюсь, я говорю, вроде заботишься. Да ей 50 нет даже. Ну вот понимаете, вот как раз если 50 лет, одно, второе, если на нас обваливается ком болезни, это прям вот четко, 100% это экстракт корня лопуха. Потому что корень лопуха очищает наш организм. И если вам 50, 60 или 70 даже с небольшим, но вам одно, второе, третье, четвертый, если вам приходится пить целую горсть таблеток, это корень лопуха. Ко мне очень часто, на самом деле, приходят такие пациенты, которые в молодом возрасте, я смотрю анализы, там, или такой возраст, там, ну, 65-70, я говорю, у вас анализы, как будто вам лет 90. У вас все внутри разрушается, бешено зашло. Он говорит, да, доктор, а мы пьем таблетки на целую горсть, вот, пожалуйста, корень лопуха. Пришла тоже одна мне ко мне пациентка. Вы знаете как? Она пришла, у нее там больные суставы, вот у нее суставы болят. Мы сейчас, я говорю, полечим суставы, все. Я смотрю, у нее анализы. 10 лет назад удаление рак молочной железы.
5 лет назад удаление там было, это самое, папилломы в кишечнике, там было, ну, как бы, инситу, рак инситу, то есть рак кишечника, но в ранней стадии. Сейчас у нее узелки в щитовидной железе, ей сделали пункцию, там тоже аденокарциномы в щитовидной железе, операцию назначили. Она приходит ко мне и говорит: доктор, вот у меня суставы болят. Я говорю: суставы-то у вас ладно болят. Вы посмотрите, из вас вот эта вся онкология, она прям прет. Третий раз подряд за 10 лет вы вот это, вам это не настораживает ничего? Она говорит: настораживает. И я думаю, почему? Некоторые болеют без рака, ничего у них нету, другие болезни болеют. А у меня вот это все онкология идет. Корень лопуха, говорю, вам надо. У вас такая страшная зашлакованность, что вот эти онкологические клетки, они у вас образуются. Она начала вот это пить, все, операция прошла нормально, все, и она сейчас вот это все применяет, практически уже год как будет, и у нее более-менее все стабилизировалось. Вот что такое корень лопуха. Это ваша жизнь на самом деле. Я сам его пью и вам рекомендую. Тем более, что сегодня это выгодное предложение. Цена всего 1499 рублей. Вы получаете 4 баночки. Принимать нужно по 1/3 под язык, дать рассосать, и как раз лучшее эффективное применение. Срок годности 3 года. Вы можете на пробу заказать одну баночку. Цена 999 рублей. Но если брать комплексно, ваша экономия составляет 2497 рублей. И почти 2500 экономите. А если вы делаете заказ на 3990, звоните в прямой эфир, то вы получаете еще 14 лучших продуктов от доктора Арсенина для красоты и здоровья. Многие заказывают не только корень лопуха, но с чем еще? Чагом у нее, конечно, потому что Очистили, восстановили. Вот эти два комплекса, когда вы будете их применять, у вас не останется практически никаких проблем со здоровьем, потому что вот за счет очищения, регенерации ваших клеток, за счет очищения и восстановления поврежденных тканей ваш организм сам будет восстанавливаться. То есть вы этим самым на самом деле себя продлеваете жизнь. Причем жизнь не просто так доживать, как многие пациенты ко мне приходят, что у них все плохо, они доживают. Наоборот, с каждым днем, применяя корень лопуха, чага у нее, вы будете чувствовать себя лучше, лучше и лучше. И многие спрашивают: доктор, а вот если я лучше себя так чувствую, а можно мне целый год без остановки пить? Конечно, пейте. И то следующий год, и этот год, и все последующие у вас будет вот такое здоровье. Это испытано и доказано нашими телезрителями. Выбирайте лучше, звоните в прямой эфир. А при покупке на 5990 еще бесплатная доставка.